Всем привет! С вами кулинарный любитель. Мое первое видео на этом канале. И начнем, как и любой обед, с легких закусок. Ну, может быть, для кого-то она будет нелегкая. Короче, вам понадобятся чипсы. Рекомендую использовать вот такого плана чипсы. Принглс, либо вот эти вот какие-то Джакер. Ну, главное, чтобы они были вот такого вот плана, такой формы. Можно использовать, в принципе, любые чипсы, которые вам нравятся. Мы эти чипсы будем либо мазать на них наш соус, либо просто окунать в соус. Для соуса нам потребуется сыр адыгейский. Можно взять брынзу, фета, будет только вкуснее. Также творог, немножко творога. Можно взять какой-нибудь творожный сыр, сливочный сыр, также сметанка, это будет основа нашего соуса. Если будет густо, то можно разбавить кефиром. Также по желанию можно добавить любых ваших специй. Основа — это вот такой вот сыр творожный, можно сказать, либо адыгейский, либо фета. Я еще добавлю немножко остроты соусом чили и пару капель соуса терияки. Ну что ж, приступим к нашему соусу. Сыр нужно порезать мелкими-мелкими кубиками. Режем сыр адыгейский такими вот небольшими кубиками, ну, по пару миллиметров. Если сыр совсем мягкий, то можно его, в принципе, размять просто вилкой. Добавим творожку немножко. Я люблю добавить. Добавляем острого соуса. Ну, не очень много. Вот, чайную ложку. Примерно. Соус терияки. Ну, тоже, наверное, чайную ложку. Размешиваем и смотрим консистенцию. Консистенция густая, поэтому добавим немножко кефирчика или обычного жидкого йогурта без привкусов, не сладкий который. Можете сюда добавить также любые ваши приправы. Наверное, базилика немного добавим. И чипсы. И еще чего-нибудь. Я добавлю еще паприку кусочками. Кусочки такие большие. Но можно молотую, молотую даже лучше. Немножко базилика. По желанию можете добавить еще и чесночка. Я, пожалуй, сюда чеснока добавлять не буду. Пусть будет такой нежный творожный вкус. Попробуем. Так. По вкусу добавляем соль и черный перец. Свежемолотый черный перец, соль по вкусу. Так, и, пожалуй, добавлю еще немножко острого соуса. Этот соус совсем не острый, поэтому будет нормально. Вот получился такой соус. Если бы он был погуще, в принципе, можно было бы брать чипсину, вот так вот намазывать и раскладывать на тарелку. Ну, побольше. Мама, я тоже попробую. Давайте попробуем.
Замечательная закуска. А мама, я тоже. Но я, пожалуй, буду делать просто вот так вот. Чипсины, как ложкой захватываешь. Соус. Вкуснятина. А с вами был кулинар-любитель. А следующее видео, пожалуй, следующий рецепт для вас сделает Чиф Адрон.